21 апреля. Православной церковью 21 апреля почитается святой Иродион. Наши предки называли этот день Родион Ледолом. Люди верили, что в эту пору вода становится целебной, а потому умывались из источников и пили из них. День пряника. День чемоданов. День творчества и инновационной деятельности. Теплый вечер и тихая ночь скажут о жарком и сухом лете. Солнечный день о приближении летней погоды. Туманы и облака о сыром и неурожайном лете. Не стоит сегодня заниматься трудными домашними делами. День ангела отмечают Иродион, Нифонт, Мария, Иван и Сергей. В 753 году до нашей эры основали Рим. В 1782 году королем Будхой Чулалоки была основана новая столица Сиама, известная как Бангкок. В 1983 году в Британии однофунтовые банкноты заменили однофунтовые монеты. В 1926 году родилась Елизавета II, в 1990 – Надежда Дорофеева, в 1987 – Анастасия Приходько. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы узнать много нового.